Приближалась наша третья годовщина, и я спешила встретиться со своим бойфрендом. Я рассчитывала на особое свидание. Правда? Да! Я выйду за тебя. Да! Слишком громко. Я должен тебе кое-что сказать. Я думала, не дождусь. Это кое-что очень важное. О, я знаю. Я собираюсь с тобой расстаться. Что-то на тебя нацепило, что нет. Это? О, боже мой! Я в порядке. Приведи себя в чувство. Даю 5 минут, и мы выходим. Мы идем тусить. Да. Воу. Это Свен. И если что-то нужно, только спросите. Это будет чудесный вечер, правда? Воу, Руби! Ты видела, он пришел. Кто? Энди! Он пришел с девушкой. Я убью его! Боже, какая же я идиотка! Ты в порядке? Да, все нормально. Рука, не болит? Нет, крокодил Данди, я в порядке. Оставь меня! О, ладно, все. Руби! Найди меня! Зацени-ка. Короче, что мне может помочь? Пропустить с тобой по стопарику. Организуешь, братишка? Боже мой, что это было? Мой фирменный юмор. Мой бывший. Это он. Крутого вечера. Так значит, что ты одинокий парень? Не то, чтобы мне было важно. Скорее наоборот. Куда они пропали? Ну, сам подумай. Мы поделились друг с другом каждой своей историей разлуки. Мы напились вместе. Разве это не делает нас друзьями? Тогда как насчет дружеского поцелуя? Одной безумной ночью.